Здесь весь текст одним цветом, одним шрифтом, да? И он как партитура. Вот такое ощущение, что для того, чтобы именно исполнить вот так ярко красными буквами, да, словно бы вдохновляя, прочитать с интонацией, с выражением, да? И внутреннее такое побуждение и вдохновение родилось именно, а как же это сделать? То есть прям вот я чувствую в себе такой искренний интерес, а как же это выразить-то? Да? Что вложить в каждое слово? Стали вспоминаться интонации самой композиции, как это автор прочитал. Текст? Лист за листом, он как луч этого солнышка, как ведущий в этой сказке. Очень хочется участвовать в ней, очень хочется читать вслух, читать, про себя читать. Вспоминаются интонации песни, попадая в ритм мелодии, вот включаясь вот активно, включаясь вот в этот вот поток сказочный такой, очень увлекательный. Очень интересно было ее слушать и очень интересно читать. Такое чувство, что музыка, когда звучит, она создает вот эту композицию, она создает эту сказку. Когда вот так читаешь, то очень ясно и очень четко слышишь, как, на какие слова, какая музыка звучит. То есть получается такое какое-то очень прозрачное ощущение, когда появляется строка, и ты слышишь, как музыка ее рассказывает, эту строку. Прямо вот разворачиваются все эти действия, они разворачиваются, они живые, они живут там. Прямо так активно, да, творчески очень события происходят. Еще мне очень нравится, что можно внимательно рассмотреть иллюстрации этой книги. Видеокнижка много возможностей дает. Да? Я вот даже когда мы просто слушали, смотрели, чувствовал в себе такое движение, да? Зомби, я что-то там проговаривал внутри. А сейчас вот ты говоришь, и я понимаю, что там же много действующих лиц. Бурлит все, да? И в принципе, наверное, может быть такой вариант и чтения совместного. Параллельно. По строке, по слову, хором. По страничке. То есть какие-то могут быть такие варианты очень разнообразные.